Наталья Дмитренко, и это наш первый выпуск арт-интервью. Сегодня у нас в гостях Семен Широчин, исследователь архитектуры Киева межвоенного периода, кандидат наук. Добрый день, Семен. Я очень рада, что ты пришел в гости, очень рада знакомству с тобой. Взаимно. Семен, расскажи, пожалуйста, как сложилось так, что ты программист по образованию, окунулся в научную работу, исследуя архитектуру межвоенного Киева и, в общем, архитектуру советского периода? Дело в том, что биография моя меня к этому обязывает, поскольку детский сад у меня – это детский сад номер один межвоенного периода, школа оттуда же из 30-х годов, дом, в котором я жил, тоже из 30-х годов, и об этом особо никто ничего не знал. Ни у кого было спросить. Мне это стало интересно. Я на самом деле думал даже поступать в КИСИ и заниматься архитектурой профессионально, но мне биография, опять-таки, обязала пойти в КПИ, поскольку это вопрос династический, у нас три поколения преподавателей, поэтому я все-таки отправился в КПИ. Но этот вопрос для меня остался как хобби, поэтому я на достаточно серьезном уровне этим занимаюсь, и в том числе сама аспирантура, даже не важно в какой сфере, она тренирует мышление, чтобы системно мыслить, и такой опыт позволяет потом заниматься исследованием в других сферах, если не интересно, что если есть системное мышление, то можно разобраться. У меня иногда такое чувство, что если мне надо будет, я даже в балете разберусь. Подскажи, пожалуйста, но ты все-таки независимый исследователь в этой сфере, в этой области. С какого года ты начал, скажем, профессионально интересоваться этой темой? Ну, где-то вот изначально, если смотреть, мой интерес начинался где-то еще в 2005 году, но опять это было хобби, это читал книги, фотографировал здания, разбирался так для себя. Публично этим всем я начал заниматься в 2016 году, когда начал читать лекции, писать статьи, потом и книги, там, о том еще и выставки готовить и все остальное. Вот где-то с начала 2016 года я этим занимаюсь публично, и с тех пор у меня появилось много новых знакомых, много новых идей, поскольку эта сфера, она все больше и больше меня затягивает. Замечательно. Подскажи, пожалуйста, вот на твоем счету достаточно большое солидное количество монографий, статей, некоторые изданы в соавторстве, как «Неизвестные периферии Киева», «Голосеевский район», «Святошинский район», также ты исследовал школы, детсады, ясли, как они строились, «Левый берег Киева» в соавторстве с Михайликом Степанецом, «Правительственный центр и реконструкция столицы» и другие книги. Расскажи, пожалуйста, о них. Особенно интересует последняя работа, так как она тебе далась с большим трудом. Ну, я не могу сказать, что она далась мне с большим трудом. Здесь нужно было очень много чего найти. Тут сразу несколько предысторий, потому что одна из них тянет к МИДу. Потому что МИД наш внезапно, наши дипломаты узнали, что, оказывается, про их здание можно написать. Эту идею, естественно, они придумали не сами, эту идею они подсмотрели у немцев. Поскольку в Германии часть административных зданий, в том числе министерств, находится в зданиях, построенных в гитлеровское время. И немцы взяли и исследовали историю здания, там, кто был автором, какие-то фотографии, и издали брошюрку про здание своего МИДа, которое имеет значение гитлеровской Германии. Наши это подсмотрели и поняли, о, а мы что же так можем? Почему бы и нет? У меня был какой-то некоторый уже материал готовый. Но опять-таки, в самом начале, когда я говорю, я занимаюсь вопросом правительственного центра, мне говорят, так это же уже все изучено, об этом уже написано в книге Ерефала, что вы там еще собираетесь искать, все же уже давно изучено. Но опять-таки, когда мне говорят, что здесь уже делать нечего, это наоборот дополнительная мотивация найти что-то новое, найти больше, чем было раньше. И, как показывает практика, позволяет найти некоторые ошибки в том, что принято уже считать общеизвестным. Поэтому отсюда у меня сразу возникает вопрос. Как ты считаешь вообще, почему тема застройки Киева 50-х годов, она не была исследована в таком масштабе, как хотелось бы? Да, мы знаем то, что есть книга «Повседневный сталинизм» про жизнь того времени и книга Бориса Ерофалова-Пилипчика, да, «Архитектура советского Киева». В чем тогда новизна и актуальность твоих исследований по сравнению с предыдущими? Дело в том, что, опять-таки, если мы говорим не только о 50-х, а о 30-х, 50-х годах, то вопрос в том, кто и когда это исследовал. Поскольку это все-таки архитектура тоталитарного времени, тоталитарное время нельзя объективно исследовать, находясь внутри тоталитарного времени. То есть его можно исследовать только после того, как оно заканчивается.
Соответственно, все исследования, которые написаны в советское время на эту тему, они в определенной степени субъективны. Там могут быть вычеркнуты авторы, которые политически оказались там... Неугодные. Тот, например, тот же архитектор Григорьев, который сбежал в Америку, и его в 50-х не упоминали среди участников конкурса. Либо тот же Лангбард, которого начали ругать, и потом Келеса писал, что якобы Лангбард не участвовал в конкурсе, ссылаясь на фонды Софии Киевской, в которой хранятся работы, которые Лангбард делал для конкурса правительственного центра. Да, то есть, сколько их вспоминают сейчас? Сейчас их вспоминают, опять-таки, с отсылкой к тем контекстам, которые были им преданы еще раньше, в советское время. Mm-hmm. То есть переосмысление этого слоя и работ, изданий нет. Есть только забвение, есть такая унаследованная уже несколькими поколениями амнезия по отношению к труду прошлых поколений в архитектуре. И если брать книги, которые были названы, то вот книги Икильчика, они о жизни. И она мне очень понравилась, потому что это действительно научная, объективная работа, но эта работа выполнена где? На Западе. Она выполнена в Канаде. То есть человек сам из Киева, мы с ним даже лично познакомились. Как оказалось, что даже, возможно, наши предки были знакомы, потому что они жили в соседних домах. Но вопрос в том, что его книга о жизни. О жизни, о том, как проходили выборы, очень интересно, как проходили выборы в то время, как проходили какие-то там собрания, там политический активизм и так далее. И вот чем мне понравился Бутыльчик, он ссылается на документы, он пытается из документов, а не из собственного какого-то предвзятого отношения, заданного слухами и мифами, создать впечатление. Находясь в Канаде. Нет, так на самом деле, действительно, находясь внутри украинской академической науки, сделать объективное исследование невозможно. Так же, как невозможно было сделать это в советское время, потому что существует иерархия, где начальник за тебя решает, как и что ты должен писать, и можешь или нет ты публиковать то, что ты хочешь, то, что ты написал. Поэтому внутри академической иерархии создать объективное исследование невозможно, потому что оно всегда будет политически детерминировано. То есть в советское время нужно было писать одно, сейчас нужно писать другое. И поэтому все объективные исследования могут находиться только вне академической среды. Опять-таки, если мы идем к книге Ерофалова про архитектуру межвоенного Киева, то книга эта на самом деле достаточно интересная. То есть в ней... Но ты во многих моментах с ним не соглашаешься. Да. Во-первых, то, что на самом деле это не научная книга. То есть я, с одной стороны, критикую академическую науку и даже академические тексты, потому что они сухие, они скучные, они написаны не для человека, я не знаю, для кого они написаны так, чтобы их было скучно читать. Вот. У Ерофалова стиль живой, но какой-то излишне поэтический, возможно, для этого. Но это и не исследование, это определенный дайджест. То есть его не интересует исторический бэкграунд, но он и не ставил себе, я ему как-то задал вопрос, а как же вот это, говорит, меня не интересует исторический бэкграунд. У него не было такой цели. То есть эта книга, это определенный дайджест каких-то архитектурных проектов. Там очень много картинок, очень интересно. У него хороший визуальный ряд и много чего из выставки, о которой мы далее будем говорить. У него хороший визуальный ряд, да. То есть на самом деле эта книга впервые дала читателю, широкому читателю, знакомство с визуальным контентом того времени. Это очень ценно. Но в чем новшество твоей книги? Новшество моей книги связано с тем, что если бы у Ерофалова действительно все было вот настолько, что добавить было нечего, то смысла бы эту тему поднимать заново не было. Но дело в том, что, во-первых, как я уже сказал, эта книга не касается исторического контекста, то есть последовательность принятия решений, почему так, где так и так и так, этого не было. Было, вот есть проект, в нем есть то-то-то, а это похоже на это, это похоже на это. А вот здесь вот у нас есть какие-то нарочито лапидарные классицистические променады, а вот здесь у нас ничтоже сумняшись состоит София Киевская. То есть очень такой поэтический взгляд, но опять-таки целью у него не было исторического исследования, то есть как это происходило. Там очень много достаточно хорошо разобранных проектов, описаний их, анализ туров, но опять-таки есть некоторые ошибки, которые удалось найти только полностью перебрав с нуля первоисточники. Проблема в чем, что эти все ошибки уже попали
научные статьи, которые ссылаются на книгу, и, ну, потому что просто люди не проверяют первый источник. Они ссылаются, о, вот есть источник, например, сказано, что в шестом туре, в третьем туре у нас было 6 проектов. Все говорят, вот было 6 проектов. А я говорю, нет. В туре конкурса, правильно? Да. А я проверяю, нет, 5 было. Не было 6. Ну скажи, пожалуйста, как ты вообще считаешь, вот процесс декоммунизации в нашей стране, он как-то поспособствовал возрождению интереса к советской культуре или нет? Да, определенным образом, да, поскольку у нас началось вот это вот оголтелое варварство по уничтожению наследия, то, что на потолке вестибюля Верховной Рады закрасили картину «Витучая Украина» художников Щербаковых, несмотря на то, что Верховная Рада является памятником архитектуры, и несмотря на то, что в законе про декоммунизацию не сказано, что он, сказано, что он не касается произведений искусства, созданных до времени входа в действие этого закона. Что но, очень важно. Но у нас законы выполняются только законы физики. Вот в чем дело. Поэтому декоммунизация – это, по сути, узаконенный вандализм. То есть одно дело – это переосмысление, которое не наступает. Это просто, по сути, УССР, которая берет и уничтожает саму себя, но своими же методами. Ну, скажем так, поднимая новые лица, новых героев. Ну, да, новых героев вместо старых, но вот именно под таким же нарративом. А, под нарративом не переосмысления, а вот насаждение новых догм и новых стереотипов. И люди, как всегда, следуют, покупаются на это все. Почему возникает интерес? Потому что часть людей, прогрессивная часть общества, начинает задумываться о том, а что же это все такое, что вот нам сказано, что это все вот... Все плохо, все зачем плохо. Это убирать? Да, люди начинают об этом задумываться. То есть оно на самом деле очень актуализировало. И тот объем каких-то новых дискуссий, исследований, разговоров, который возник, в том числе он возник как протест против этого всего. То есть, с одной стороны, да, благодаря процессу, с другой стороны, это протест против него, потому что, скажем так, проблема в том, что голос разума слышит намного слабее, чем голос эмоций. Семен, ну скажи, а с чем вообще в принципе связаны погрешности с датировкой многих зданий вот, до 30-х годов? Ведь ты исследовал постройку вот, школ, детсадов в городе Киеве. Вот, допустим, 89-я школа на Печерске или 121-я школа на Совках. А как-то это связано вот, с ошибками паспортов зданий, когда ты поднимал архивы? Ну, дело в том, что у нас нет архива Министерства образования с датировками школ. Он весь был уничтожен во время войны. Когда мне показали, вот у нас есть, мы сейчас все найдем, я говорю, у вас неправильные данные. То есть я могу сказать, какие данные неправильные. С паспортами домов то же самое. Иногда паспорт может быть источником, иногда нет. Вот, допустим, если есть подозрительная дата, могу сказать, здесь я считаю, что паспорт неправильный. Поскольку все было утрачено, это все пришлось восстанавливать заново. То есть не через архивы Министерства образования, а через архивы строительных организаций, которые эти школы возводили. Эти архивы, к счастью, сохранились. Проблема датировок в том, что их никто никогда не искал. Проблема их в том, что никто никогда не интересовался, никто никогда не пытался поднять этот вопрос. Это абсолютно неисследованная тема, абсолютно забытая тема вместе с фамилиями авторов, с датами зданий, с их особенностями, с их какими-то интересными подробностями. Это практически забытый слой. То есть его чуть-чуть знает, именно та сфера, которой это занимается, это памятник охранной организации, которые пытаются дать этим зданиям охранный статус, который, опять-таки, ничего им не дает, потому что у нас охранный статус совершенно не является защитой. Я говорю, у нас из законов действуют только законы физики, потому что закон о охране культурного наследия, он нарушается повсеместно всеми и каждым. Просто для меня самой это очень интересно, потому что ведь я заканчивала 89-ю школу на Печерске, я с детства помню, что на фасаде здания написано 1939. Я тоже. Если бы я не был настолько дотошен в проверке данных, я бы тоже отнес ее к 39-му году. Но дело в том, что в 39-м году 111-й проект уже не использовался, а сама школа датирована 36-м годом. Это все подтверждают все документы, все списки и так далее. У нас нет причин им не верить. А ты пытался обращаться к ним, чтобы они... Я не люблю общаться со школами, потому что школы не понимают интереса к себе. Они, я не знаю, что они думают, но, опять-таки, я не люблю общаться с государственными органами. Это напрасная трата времени и нервов. К школе у меня был отличный разговор с одной из школ, я ее фотографирую для книги. Они подходят и говорят, а зачем вы фотографируете? Я говорю, я книгу пишу про школы. И вы что-то про нашу школу знаете? Да.
А вот знаете, у нашей школы в этом году будет юбилей. Я говорю, нет, неправда, у вашей школы был юбилей в прошлом году. Видишь как? Вот, ну, потому что они сами не знают. То есть у них ошибка, датированная в министерстве на один год. Я точно знаю, когда они построены. Они не знают. И это повсеместно. Но видишь, сегодня все говорят о недостатке финансирования в сфере культуры. И как ты сам ощутил это на собственном опыте, издавая свои научные труды, посвященные истории архитектуры? Ну, не зря в английском языке слово free означает свободный, и в то же время бесплатный. Поскольку я свободен от академической среды, я свободен от грантов, я свободен от спонсоров, у меня нет поддержки, но в то же время я никому ничего не должен. Это огромное преимущество, да, но оно имеет свою цену. То есть все приходится делать своими силами. Вот последние несколько книг я издаю в долг, потому что время их, время, за которое они выходят в ноль, это годы. А оплатить тираж нужно сразу. Но, опять-таки, это дает огромное преимущество, поскольку я не завишу от мнения издателей, я не завишу от кого-то еще. Я нанимаю сам всю команду редакторов, дизайнеров, издательства. Я нанимаю издательство, а не оно меня, чтобы напечатать книгу. Поэтому в результате я получаю то, что я хочу, не искаженное никем мнение. А вот насчет проблем с финансированием, у меня, да, у меня тот случай, когда я могу все-таки, поскольку это не мое единственное занятие, я могу как-то это профинансировать самостоятельно. Да, это порой бывает сложно, порой приходится брать долг, но я это делаю сам. Я понимаю, что те, кто этим занимаются как основной своей работой, для них еще сложнее. И действительно, они не могут без этого финансирования пройти, потом приходится придумывать, там, подаваться на УКФ, куда-то еще, там, изображать какие-то ГОшечки, вот, там, вести всю эту бухгалтерию. То есть, ну, это ужасно. Но люди ищут выходы. То есть я понимаю, что для некоторых людей это выход. Но вот мы, например, будем для следующей книги про Соломенский район, второго издания, мы будем пытаться поднять средства на спленокошты, вот, то есть, который будет запущен буквально на днях. Это, получается, будет третья книга про районы. На самом деле, это первая книга, которая вначале вышла с самиздатом. А теперь мы ее сдадим, она будет почти в три раза толще, цветная, в твердом переплете, чтобы это был качественный продукт и хороший подарок. То есть получается, это как трилогия даже. На самом деле, еще «Левый берег» мы будем писать заново, потому что у нас сейчас по-другому взгляд идет на то, как это формировать. То есть история каждой местности. То есть это будет не второе издание, а вот переписанная книга с другой структурой, даже с рядом других интересных фактов, которых не было. То есть такая вот идет работа над, ну, как это, над усовершенствованием результата. Ну это отлично, потому что каждый исследователь в течение своего научного поиска, который растягивается и на десятки даже лет, может потом опровергнуть самого себя. И это прекрасно, если человек может себе это позволить, поскольку большинство людей, они держатся за свои мнения, потому что они считают, что они будут оскорблены, если их мнение окажется ложным. На самом деле, в научном мире все должно быть не так. В научном мире я с радостью приму новую концепцию, если я убежусь в ее правоте. То есть, если мне, допустим, предложат какие-то неоспоримые данные по дате строительства дома, я с ними соглашусь. Но если это будет свидетельство очевидцев, да, то я смогу подвергнуть их сомнению, поскольку очевидец, во-первых, может не помнить. Все, точность. Я вот, например, точно вот, могу сказать, что даже вот просто каждый человек может вспомнить какие-то элементы своей биографии, да, с точностью до года. Иногда это непонятно. С погрешностями. Да, есть, во-первых, погрешность памяти, человек не все помнит точно. Во-вторых, у человека есть всегда соблазн пририсовать, зная, что его не смогут никак проверить. Поэтому я предпочитаю говорить проверяемым источникам, которые ссылаются на какие-то первые источники, то есть документам, который вот со временем он не будет говорить другое. Документ всегда говорит одно и то же, и он является таким верифицируемым источником. Семен, подскажи, вот ты достаточно усиленно исследовал застройку Липок 30-х годов, да, и зданий правительственного центра. Что тебе удалось отыскать такого, что просто вызвало твой научный восторг? Ну, во-первых, Липки, практически каждый дом мною исследован, практически каждый дом мною атрибутирован, то есть, на самом деле, Липки изучены лучше, чем большая часть Киева. Там много чего уже было, потому что это было в прессе, этим занимались те, кто прорабатывал приданием статусов, там, памятников архитектуры, истории и так далее. Вот. Но вот, мне удалось систематизировать практически все здания, найти там для многих авторов
года постройки, ведомственная принадлежность. Практически все дома вот межвоенного времени на Липках, но идентифицированы. Открытий, ну, такая интересная история. Обожаю интересные истории. Интересная история, да, потому что как, у меня есть отдельно фактаж, отдельно интересная история, отдельная легенда, которую я именно говорю, это легенда. Вот интересная история связана с тем, что вот современный ДК МВД, который на углу Богомольца и Орлика, это бывший клуб конвоирных войск имени Реденса. И там... У меня, кстати, всегда возникало ощущение, когда я мимо проходила, что как-то он неорганично смотрится, если сравнивать с тем, что находится внутри и как здание выглядит снаружи. Дело в том, что это именно клуб конструктивистский, который потом был перестроен. Но изначально это здание клуба, ну в чем дело? Там был клуб «Н-ного полка». И вот в документах, вот как это вот было, как в городе Н, а там был «Н-ный полк». То есть вот полк, все знают, что это его клуб, но полк настолько секретный, что его номер засекречен. Клуб «Н-ного полка». Чему равно «Н» никто никогда не искал. А я нашел, что «Н» равно 12. Это надо было докопаться, это находки, которые происходят в архивах случайно, когда смотришь все вот огромными объемами. Всегда случайно, всегда по себе. Да, то есть часто найти целенаправленно что-то невозможно, но если смотреть все подряд, то рано или поздно можно найти то, что еще искал, и вот положить нужно получить. Я сама за день до защиты своего магистерского диплома получила фотографию оборотной стороны экспоната, который я исследовала за день до защиты. Ну вот опять-таки, исследуя здания, я вдруг узнал о зданиях, которых нет, но на которые постоянно ссылаются архивные источники, я не мог понять, что за здание. Потом проследил аэрофотосъемку времен войны, нашел дом, который был, оказывается, снесен уже где-то в 80-х. Но вот про него никто не знает, про него никто не говорит, и практически не удалось даже никаких фотографий его найти. Вот такие вот есть интересные факты. Но главное, это действительно то, что у меня есть вот видение этих зданий, кто их строил, когда строил, для кого строил. И это все, конечно, будет в книгах следующих. Это очень интересно, но вот меня очень интересует вопрос. Скажи, пожалуйста, вот в 1934 году происходит достаточно важное событие, перенос столицы из Харькова в Киев. Подскажи, пожалуйста, вот с какими проблемами столкнулись архитекторы того времени, когда им предстояло на конкурс предоставить свои работы для отбора по реконструкции столицы? Ну, вопрос в чем? Отдельно. Были конкурсы, допустим, конкурс правительственного центра, это отдельная вещь. Отдельно это разработка генерального плана, а отдельно это строительство жилья, которое не было конкурса. Вот расскажи нам, пожалуйста, про те проблемы, с которыми столкнулись архитекторы, которые предложили на конкурс свои работы по застройке центра именно. Правительство. Правительственный центр – это многоэтапный проект, потому что сначала шел выбор места, опять-таки, вот это, опять-таки, возвращаясь к теме, какие вот новшества по сравнению с книгой Ерофалова, это то, что я пытаюсь разложить по датам, буквально по дням, все этапы, чтобы понять последовательность процесса. Вот у нас 18 января 1934 года принимают решение о переносе столицы, а уже 31 января идет обсуждение, где построить правительственный центр, то есть 13 дней. Естественно, за 13 дней никто никаких проектов особо не успевает делать. Это идет устное обсуждение, просто... А вот может в этом месте, да? А вот давайте попробуем. То есть никто, никаких визуализаций нет. Хотя речь шла о том, что они не сохранились. На самом деле я пришел к выводу, что их не было. Вот обсуждение шло устное. А для проработки эскизов были выбраны только несколько из них. Поэтому это вопрос не то, что не сохранились, а то, что их попросту не было. А далее... Именно вот с какими проблемами столкнулись, да, архитекторы? Вопрос в том, что было... Во-первых, проблема была это взаимоисключающие требования. Потому что надо же было поместить правительственный центр в самом центре города, но так, чтобы не было сносов, так, чтобы было видно хорошо Днепра, так, чтобы вот, была хорошая связь. То есть это взаимоисключающие требования. Минимизация сносов с одной стороны, это притягивает уже правительственный центр к тому, чтобы поставить его вообще на свободном участке. Но там нет коммуникации, это далеко от центра. Поэтому совместить это было сложно. Требования были взаимоисключающими. И когда выбрали Михайловский вариант, его выбрали в том числе, потому что там было меньше всего сносов. Там, за исключением собора, сносилось несколько зданий кельи, пару жилых домов, еще одна церковь. То есть масштаб сносов был меньшим, чем если бы, например, правительственный центр строили на Липках, где нужно было бы снести очень много зданий. Вот, поэтому минимизация сносов с одной стороны, близость к склону с другой стороны.
Вот. А как бы с одной стороны, с церквями особо не считались, хотя снос Михайловского собора был не таким простым на самом деле действием. Сейчас это у нас на потоке. У нас сейчас на потоке идет лишение зданий охранных статусов. Это поток. Это поток, который нужен для того, чтобы сооружать новые здания, потому что у нас девелопер находится в заговоре с теми, кто должен охранять здания. Ну, к сожалению, много людей пострадало, которые не хотели подписывать эти документы по сносу соборов. И расстрелянных было много. Еще какие проблемы были? Вот, одна проблема – это проблема вот этой постановки. Потом, когда появилось требование поставить памятник Ленину, уже появилось не сразу, но появилось уже во втором туре, то там возникла опять-таки проблема, про которую не говорили, но проблема того, как сориентировать статую. То есть если ее ориентировать, ее нельзя ориентировать спиной к людям, а она стоит так, что с одной стороны лестница, с другой стороны площадь, то есть она в любом случае будет стоять спиной, потому что спина у него с одной стороны в любом случае есть. И эта проблема, она была неразрешима принципиально, об этом не говорили, но в итоге вместо Ленина в последних проектах это просто обелиск какой-то монументальный стоит. Вот. Была серьезная техническая проблема, когда уже все утвердили, когда уже решили строить проект, уже все, а там грунты оказались плохие. То есть геологическая разведка, проведенная до того, оказалась неправильной. И когда они начали процесс уже там по строительству, столкнулись с тем, что грунты не выдержат это здание, оно может сползти вниз. И там пришлось сделать огромную, очень сложную работу по забиванию свай. То есть, по сути, здание стоит на сваях и не давит на склон, оно давит на слой грунтов, который под склоном, уже на более крепкий. Вот. Но этот момент, опять-таки, он ни от кого не скрывался. Он был в прессе 30-х, то есть, вот берешь журнал на 35-й год, там написано, что вот там привлекается академик Келдыш, там профессор Томиловский, там они рассчитывают механику этого, что это вот большой опыт будет для нашего строительства, потому что раньше с таким не сталкивались. Это не засекречено. Но об этом люди же не читают этих источников, поэтому придумывают какие-то легенды про то, что там 10 подземных этажей, там о том, что какие-то секретные переходы, что он там глубже подола находится. На самом деле нет. Просто нужно работать с первоисточниками. Этого никто не делает. Все любят какие-то мифы, сарафанное радио и так далее. Вот чтобы работать с документами, с текстом, в котором все написано на самом деле, это очень сложно. Ну, это всегда сложнее. Да. Расскажи, пожалуйста, в чем была уникальность выставки «Відбудова Хрещатика» конкурса проектирования, которая проходила в Клевне на территории Софийского заповедника в конце 2018 года, на которой, собственно, я первый раз и попала на твою лекцию, экскурсию. Ну, дело в том, что уникальность в том, что впервые с момента конкурса у нас собираются все эти работы. Собираются не все, потому что не все удалось найти, не все, возможно, уцелели. Опять-таки, это трудность, трудный вопрос. У нас часть работ, вероятно, пропала, вероятно, похищена. Но то, что удалось найти, удалось собрать воедино. То есть, во-первых, впервые после конкурса все, что сохранилось, собрано вместе. А во-вторых, собраны вместе работы первого и второго тура, то, чего раньше не было. Потому что в момент конкурса, ну, отдельно были работы, когда был первый тур, отдельно, когда второй. А собираются вместе, не воедино. То есть, на самом деле, мы были даже немножко ограничены площадями вот, всей Хлебни, но вот за счет того, что вот к расположению работ в зале подключилась Люда, мы смогли это все впихнуть. Да, потому что были собраны уникальные архивные материалы, чертежи, акварели участников конкурса. И, собственно, у нас было несколько источников. Да, мы благодарим Людмилу Камынину, вот, родственницу архитектора ТЦИА, работы которого также она любезно предоставила для конкурса, для выставки, которая была посвящена этому конкурсу. И, собственно, ей мы благодарим за это интервью и чудесное знакомство. Она же запланировала это размещение, потому что там же никто ничего... Я так понимаю, что там, в принципе, и такого нету практики заранее распланировать. То есть обычно работы, например, приносят и уже на месте решают, как они будут висеть. А тут все продумано заранее. И это очень хорошо, потому что концептуально было выдержано, что все работы рядом, которые должны быть рядом. Так вот, в чем еще уникальность? Собраны материалы из Софийки, из библиотеки Заболотного, из Переяслава, там, где дом-музей Заболотного, приехали работы, которые там висят в экспозиции.
И, собственно говоря, из семейного архива ТТЯ, то есть они все сохранили в хорошем состоянии. Из Переяслава, если я не ошибаюсь, были живописные работы несколько. Да, да, да. Их да. было меньше всего, да. Ну, по-моему, там 5 работ было, угу. если я не ошибаюсь. Вот, то есть дело в том, что вот такое собрание, его не было. Потому что до этого никто особо не ставил себе задачу это все разыскать и воедино собрать. Вот я себе эту задачу поставил, там, директор Софийского заповедника Нелли Михайловна Кукавальская тут ее поддержала, она всегда хотела, чтобы это произошло, но как-то вот, не было кому этим заняться у них, потому что... Семен, скажи, пожалуйста, а были какие-то проблемы вот по транспортировке произведений из других городов Украины? Тут все, все эти вопросы, связанные с этим, это всем занялся Софийский заповедник. Угу. То есть они там организовали весь этот транспорт. То есть тут самое сложное было это вот продвинуть концепцию, потому что не будучи своим для них, потому что я же внешний человек. Вот это вот было какое-то, но поскольку на уровне директора была эта поддержка, мы это все сделали, вот, несмотря на то, что оно там и откладывалось, и были какие-то там трудности, и это все надо было пройти через какую-то бюрократию, это утвердить, а потом-то все подготовить, и там не все вышло сделать так, как хотели, потому что рамы не сделали для работы. Вот, ну, некоторые работы там были рамы какие-то там, имелись и так далее, но тем не менее, вот, она прошла, я считаю, что она прошла очень успешно, потому что подобного не было и уже вряд ли будет, потому что собрать это все еще раз, это сложно. А сколько вот, по количеству предметов, сколько выставка вот, представила? Предметов у нас было... Там было очень много залов и все было заполнено. 4 зала, все заполнено. Там было, по-моему, я не помню, более 80, по-моему, предметов. Это только картин, при том, что кроме картин там были еще несколько элементов керамики, там был макет. Макет, я помню. И там было несколько еще распечатанных архивных фотографий. Вот. Но в целом было собрано практически все, что сохранилось. То есть такого вот такого еще не было. Хорошо, скажи тогда, пожалуйста, вот на данный момент на многих зданиях утрачены элементы архитектурного убранства в Киеве. Например, это завершение шпилей на доме по адресу Краковская 5 в соцгороде, вазы на Липках по адресу Липская 12, статуи рабочих на Крещатике возле пассажа. Расскажи о них. Особенно интересуют Липки, ведь в этом доме ты жил. И еще к этому списку теперь добавляется шпиль на Майдане, который отвалился недавно. У нас проблема в том, что элементов еще таких много, это только какие-то крупные элементы. У нас еще отваливаются элементы керамики, а это невозобновимо, потому что у нас утрачена технология производства. То есть да, можно в архивах найти чертежи, да, может быть есть завод по производству керамики, хотя тот завод, который у нас был, который это производил, его уничтожили. Естественно, там для какого-то нового коммерческого строительства. То есть у нас это все невозобновимо, потому что, например, еще лет 20 назад оно было возобновимо. Когда рухнул портик на Майдане, не по оригинальным чертежам изготовили все керамические блоки и поставили такой же. Он отличается там чуть-чуть тоном, чуть светлее он вышел. Но это может за счет времени. Вот. В любом случае, это было возобновимо, сейчас это невозобновимо. То есть сейчас идет речь о том, чтобы наладить производство, потому что есть желающие, есть потребность в этом, есть вроде как чертежи. Технология утрачена, то есть мы в этом плане очень сильно деградировали. Мы не смогли сохранить передачу именно технологий. А если говорить об элементах, которые были утрачены, опять-таки, никто не знает, когда и по чьей вине они были утрачены. И то куда есть, они пропали? Ну, скорее всего, они просто были выброшены. Потому что мне говорят, украли на дачу. Весь Facebook считает, что это кому-то надо. На самом деле беда не в том, что это кто-то украл, потому что мы там, беда в том, что это никому не надо. Нужно, да. Наша история никому здесь не нужна. Люди все находятся в перманентной амнезии. Им ничего не интересно, они заняты выживанием, зарабатыванием денег. Никому не нужно. Никто не знает, когда поисчезали те или иные элементы. То есть я пишу запросы в департамент охраны культурного наследия. Они не знают, когда это исчезло. Никто. Они даже не знают о том, что сейчас происходит. Они говорят, у вас напротив, но они находятся там на Крещатике. У них на Крещатике застроили 2 арки из 3 в 26-м доме еще 10 лет назад. Они об этом ничего не знают. Ну вот, кстати, возвращаясь к предыдущему обсуждению по застройке Крещатика, ведь мы забыли с тобой сказать о том, что, судя по чертежам, и по конкурсным работам.
Проект вообще был помпезный. Настолько помпезный. Какой проект? По застройке Крещатик. Там было множество проектов. Да. Было два десятка. И они были разными. Они были разными, но они были с таким размахом и настолько помпезными. И, в принципе, большая часть из того, что мы видели на выставке, она ведь не воплотилась в жизнь. Конечно, потому что материал, этот конкурс был нужен для отбора идей. Потому что ни один из проектов не включал в себя всех гениальных идей. А идея того времени была в том, чтобы собрать все лучшее из лучшего и сделать все самое лучшее. Перфекционизм, вот такой очень серьезный перфекционизм. А этот перфекционизм подразумевал, что вот отсюда мы должны взять эту идею отсюда, и эту отсюда. Из каждого это, проекта. Из каждого, да. Но это, опять-таки, это хорошее сравнение где-то было, что если взять со всех пирожных по какому-то... По вишенке, то не обязательно у нас получится самое вкусное пирожное. Потому что не все эти элементы между собой сочетаются. Но, тем не менее, Крещатик, который в итоге вышел, он вышел гениально продуманный. Он не до конца реализован, потому что его тянули, его пытались сделать идеально. И в итоге из-за борьбы с излишествами у нас утрачено несколько очень важных узлов. Это узел Бессарабки, это Майдан незаконченный, это Европейская площадь незаконченная. То есть у нас, по сути, реализована только часть между Бессарабкой и Майданом. Нормально. И то не полностью, потому что где-то исчезли статуи, где-то они не были реализованы, где-то у нас еще какие-то элементы поменялись. Но тем не менее, оно было реализовано, оно очень классно продумано, вот этот вот пассаж, который отражается тремя арками с другой стороны, вот это вот выравнивание где-то по синим линиям за счет портиков вот прорезной, то есть там синие линии не совпадают, но портики их уравнивают. Скажи, пожалуйста, вот есть очень хорошая, скажем так, поговорка, да, говорят, то, что хорошими делами прославиться нельзя. Вот расскажи, с какими проблемами ты столкнулся по мере поступления вопроса о реконструкции ВАЗ на Липках? Ну, я начну с того, чтобы рассказать, собственно, о самих ВАЗ. Это вообще удивительная история, потому что я, когда занимался поиском информации, мне попалось знакомство с потомками архитектора Гопкова. А архитектор Гопкова, он строил дом напротив того дома, где я жил, на Шелковичной. И была фотография, возможно, им самим сделанная, когда этот дом был сдан в 1953 году. И на эту фотографию попал тут мой дом. И получается, смотрю, а на моих балконах стоят вазы, про которые я никогда не знал, моя семья не знала, потому что эти вазы убрали еще при предыдущих жильцах, видимо, то есть, а мы там 50 лет жили. То есть, получается, что эти вазы простояли не больше 30 лет. Когда их убрали, неизвестно, в 1953 году они были, дом конца 30-х. То есть это либо борьба с излишествами, в чем я не уверен, потому что не было массового демонтажа. То есть борьба с излишествами, это значит, что дальше ругают, если строить с декорациями. Поэтому, ну, какого-то такого принудительного снятия декораций тоже не было. Скорее всего, это вопрос качества. То есть мы знаем, что есть какой-то миф о пресловутом сталинском качестве, хотя на самом деле из архивных источников вижу, что там была халтура на халтуре. То есть кирпич выгружали, чтобы не спускать каждый кирпич отдельно, его выгружали навалом. То есть он бился и так далее. Там бой кирпича на некоторых стройках доходил до 40%. И они с этих половины кирпича строили дома. Там где-то они клали кирпич на ребро и заливали раствором центр, чтобы сэкономить кирпич. То есть было очень много халтуры в то время, на самом деле. Несмотря на пресловутое сталинское качество. То есть, да, у нас был какой-то запас прочности, но у нас, как вот профессиональные строители мне говорят, иногда я закладываю дополнительную прочность, чтобы компенсировать халтуру исполнителей. Поэтому, возможно, они были выполнены некачественно. Они исчезли, и никто об этом не знал. И вот когда я занялся этим вопросом, я понял, что моя обязанность их вернуть. Потому что если я это не сделаю, этого никто не сделает. А я не могу действовать против своих ценностей. Если я декларирую, что надо все возвращать аутентично, вот это вот растеклять балконы, наводить порядок с фасадами, я же не могу подать плохой пример. Я не могу не подать правильный пример, когда у меня есть такая возможность. Я занялся этим процессом. Мне, кстати, Люда опять-таки помогала, потому что мы с ней вместе нашли следы на штукатурке от постаментов. Замерили крепления, которые до сих пор стояли. Хочу заметить, что Люда все-таки профессионал своего дела, потому что она заканчивала КИСИ. Ну, конечно. Ну и плюс это человек, которому это интересно. Поэтому мы как-то вот это все замерили. Ну там плюс-минус, опять-таки, оригинальные фотографии, на них нет уже размеров, нету чертежей. Поэтому там получилось, ну, может быть, погрешности плюс-минус 5 сантиметров от оригинального размера, но это незначительно. Несущественно.
Да. Ну, скажи, пожалуйста, почему появилось так много возмущенных? Вот... Я сейчас расскажу. Я ж постепенно к этому подвожу. То есть этот процесс был длительным, потому что вначале восстанавливали какой-то вот 3D-чертеж. Ну, не 3D, просто делали чертеж приблизительный. Потом очень долго я искал, кто это выполнит. Это сложно, это дорого, это непросто сделать. Вот. Но, тем не менее, нашлись и исполнители. Этот процесс занял, ну, наверное, месяцев 8 суммарно. Это немало. Ну, то есть от начала замеров до финала это 8 месяцев. И потом я решил, что раз я это делаю, ну понятно, что как бы надо, чтобы люди знали, что оказывается так можно. У нас проблема в чем? Я раньше тоже, вот я до того, как начал читать там журнал «Марачёс», я не знал, что вот подземные переходы это плохо, а наземные это хорошо, например, да, для пешехода. Теперь я тоже, меня покусали, я тоже не люблю подземные переходы. Людям нужно задавать тренд. То есть, вот, допустим, урбанисты сейчас очень классно задают тренд, что надо там развивать общественный транспорт, велодорожки, наземные переходы вместо подземных, то есть человека ставить в центр города. И это очень интересно. Это действительно, я замечаю, как это вот влияет на мышление людей, что как бы даже уже и городские власти вынуждены с этим мириться. Нужно подавать пример. Но видишь, проблема в том, что власть не хочет, вообще никак не хочет финансировать. А я действую в условиях, что ее не существует. К сожалению. То есть у нас ее не существует. Есть мы это и есть вот общество, и есть государство. Все. Рассчитывать на власть – это очень советская привычка на самом деле. И то, что вот власть пусть исправит, вот власть пусть сделает. Проблема вот вся в том, что власть не выделяет денег на реконструкцию. Не выделяет, да. То есть мы считаем, что ее нет. Вот это очень просто. Представьте себе, что власти нет. Вы делаете то, что хотите. Так мыслят очень многие. Все, кто стеклянный балкон на исторических памятниках, для них власти нет. И власть не приходит их разбирать. Власть, скажи, вот, ну, вот ты подаешь хороший пример. Почему люди вместо поддержки начали возмущаться этой реконструкции вас? Опять-таки, начали возмущаться кто? Начали возмущаться, ну опять-таки, я ставлю за скобках тех, кто вообще против этого всего. Потому что это архитектура НКВД и так далее. То есть я оставлю это такое, да. Основное возмущение, которое было, это возмущение, связанное с тем, что а вы разрешение на это получили, а вам вот вам штраф появят, а вот нельзя так делать, а вот чем вы лучше тех, кто стеклит балконы, делает настройки и так далее, вы это делаете незаконно. Вот что мне начали. При том, что они видели фото. Да, то есть для этих людей балкон застекленный и аутентичная реконструкция вас, для них это одно и то же. Но это, опять-таки, я это списываю на какую-то зависть, на какую-то ревность, на какие-то там личные неуспехи в каких-то публичных проектах. То есть я не знаю, как это иначе объяснить. Это была такая картинка, вся суть общественного мнения. Что ты делал, ты все равно делаешь неправильно. Вот. Ну, отдельно были люди, которые сделали такой вот вывод, что, ну, конечно, неплохо, вот, если некуда деньги девать, да, ну, опять-таки. То, что, в принципе, в итоге это пришлось сделать в долг, об этом тоже, наверное, не знают. Потому что в итоге этот проект, ну, так, куча людей, ой, вот как классно, мы вам дадим денег, никто в итоге ничего не делал, но началась вот эта эпидемия, всем стало не того, это понятно. Это немножко на паузу, да, стало. Это абсолютно все, в принципе, перечеркнуло все вот эти вот попытки как-то вот привлечь общество к этому, то есть. Но я, в принципе, и не рассчитывал. Потому что я знаю, какие у нас люди, я знаю, что у наших людей есть свои приоритеты, им, скажем так, важнее свои личные вопросы, и отдельно достаточно много людей, которые, в принципе, не имеют никакой возможности как-то в этом поучаствовать, даже если им это нравится. Хорошо, подскажи, пожалуйста, а какая сумма вот нужна для реконструкции этих вас? Стоимость этих работ, в принципе, была примерно по $1000 за вазу. То есть вопрос в том, что это еще самый дешевый вариант из всех, которые мне удавалось найти. А насколько они будут устойчивы к влаге, если они в экстерьере находятся? Ну, вопрос в том, что это полностью бетонная конструкция, которую, ну, единственное, что нужно правильно там прогрунтовать, покрасить, чтобы правильно настроить их на нахождение в экстерьере. Ну, это вопрос, просто это нужно, чтобы грамотный маляр этим занялся. Вот я поняла тебя. Но тогда, получается, мы подходим тоже к такому вопросу об отношении вот жителей Киева к тому, что происходит, допустим, с кинотеатром Зоряным, с Житним рынком на Подоле, с барабаном, так называемым, на Печерске, в котором магазин Кишеня находится. Вот что ты думаешь по этому поводу? Я думаю, что Киев в основном населен людьми, которым это безразлично. Это основная масса, как я говорю, людей, которым это неинтересно, и им интересно в основном
их личная возможность развлечься, поесть и заработать денег. А исторический контекст интересен меньшинству, и это нужно понимать. Единица. И это меньшинство должно стать агрессивным и инициативным. По-другому большинство никогда не будет неравнодушно. Большинство всегда будет занято своими проблемами. Нужно только иметь это агрессивное меньшинство. Почему агрессивное? Потому что преодолевать безразличие можно только агрессией. И опять-таки в этих всех вопросах действительно большинство людей все равно что происходит. То есть у нас нету стихийных митингов, протестов, у нас нету каких-то прецедентов, когда вот общество просто взяло и, допустим, остановило незаконную стройку. Потому что у нас суды всегда там обычно узаканивают это все задним числом, у нас эта практика есть. Это отдельная тема незаконных строек и так далее. И вообще, точнее, строек, которые узаконены вопреки логике. То есть у нас город на самом деле портится, людям все равно, люди наоборот покупают квартиры в этом жилье. И потом говорят, мы же инвесторы и так далее. Я тебе хочу сказать, что я успела застать Зориной до реконструкции, которая была сделана при Януковиче. Я помню эти деревянные дермантиновые красные сиденья. Ну, я, кстати, честно скажу, я в Зорином кинотеатре был всего один раз. Это было давно. Я была несколько раз. Но опять-таки... То, что произошло, вот вместо Зорина там что-то безликое. Зорин все-таки имел лицо. Там даже непонятно, что будет. Да, непонятно что. И нам говорят, скажите спасибо, что не 16-этажка. То есть это проблема в том, что город тотально уродуется, людям все равно. А, кстати, вот возвращаясь к вопросу, опять-таки, вот обвинений в том, что я там занимаюсь этим без утверждения, без разрешения сверху. Вообще, меня удивляет сама постановка вопроса. По реконструкции, которую ты пытаешься вести. Потому что, ну, на самом деле, позиция тех, кто должен меня штрафовать, это типа, ух ты, чем мы можем тебе помочь? Те люди, которым мне угрожают, что они должны меня там штрафовать, потому что я делаю незаконно, это те люди, которые заинтересованы в этом прецеденте, потому что они понимают, что это нужно сделать, они сами там предлагают, там, чтобы давай все это оформим, чтобы нам нужен прецедент, когда человек сам что-то реконструирует в своем доме, вот согласно вот каким-то историческим элементам, вот им нужен этот прецедент. То есть это те, кто меня аплодирует, хотя это те, кем мне угрожало вот это вот общественное мнение. Вот такой вот интересный момент, связанный с этим. То есть, опять-таки, это люди, которые имеют претензии к тем, кто восстанавливает, но не имеют претензии к тем, кто, допустим, делает какую-то надстройку и так далее. Они к этому привыкли, это часть жизни, да, что вот балкон стеклится, вот с выносом, с вагонкой, там, кондиционеры на фасаде должны висеть перед каждой комнатой, а балкон еще можно расширить на несколько соседних окон, вот, и можно еще пристроить сверху. Ведь, скажем так, ну не можешь жителя второго этажа построить мансарду. Это балкон и сад, да, это отдельная тема. Это отдельная тема, да, поэтому это сложность в этом, в том, что люди привыкли мыслить бедно. Я считаю, что застекленный балкон – это признак бедности. Это когда человеку не хватает квадратных метров для жизни. Но это синдром 90-х, мы об этом поговорим позже. Семен, в книге, которая должна скоро выйти в свет по межвоенному Киеву, да, ты там пишешь о здании современной Верховной Рады. Расскажи, пожалуйста, вот об этом здании, в чем заключается художественная ценность интерьеров? Дело в том, что это здание планировалось как публичное. То есть, если у нас, допустим, некоторые здания не планировались исключительно какие-то рабочие, административные, и это здание изначально планировалось как публичное, и поэтому огромное количество декораций присутствует в его интерьере. Там сделаны шикарные плафоны, шикарные даже дверные ручки. Там до сих пор стоят дверные ручки, сделаны по эскизам. Оригинальные. Да, Заболотного еще в 1938 году, причем у меня в книге даже сфотографированы. Я специально ходил в Верховную Раду на экскурсию с библиотекой Заболотного, которые меня туда пригласили, с ними очень этому рад. Удалось отснять очень много элементов для книги, в том числе говорю, дверные ручки. Вот в проекте они и такие же сфотографированы на дверях. Просто очень много внимания уделялось интерьеру, даже мебель же проектироваться было. Но дело в том, что не все сохранилось, потому что в Верховной Раде был пожар во время войны, и после войны ее там заново ремонтировали. И после войны уже сделали несколько другой декор, там немножко переделали оформление в зале, незначительно, но переделали. Где-то лепнину одну заменили на другую,
заменили формы светильников, а я это все проследил. Я взял просто все фотографии, которые были в архивах, и я по косвенным где-то, и иногда прямым, иногда косвенным признакам отсортировал, отделил довоенный дизайн интерьера от послевоенного. Потому что экстерьер Верховной Рады сохранился, интерьер изменился. То есть там изменились формы светильников, люстра до войны была одна, после войны другая. То есть довоенная люстра присутствует всего на нескольких фотографиях, а в проекте люстра вообще была третья. То есть, ну, опять-таки, люстра Верховной Рады очень шикарный объект. Но люстру заменили, поменяли купол. Потому что купол Верховной Рады подняли на метр после войны. Там пропорции были лучше. Опять-таки, и вот этот полукруг пристроили, который закрыл западный фасад Верховной Рады. Тоже очень интересный момент. Но в целом, я же говорю, это здание, вот оно шикарное. За него же не зря Заблотный получил сталинскую премию. А сталинскую премию Сталин выдавал сам. То есть он лично выбирал, кому ее вручить. То есть это его личное признание этого здания. Потому что оно получилось одновременно таким классическим, но при этом оно соразмерно пространство, в отличие от Кабмина, например, который вот он большой, а перед ним нету достаточно большого пространства. Он как бы немножко, вот его сложно воспринять с расстояния. А Верховная Рада на соразмерно пространство, и это было частью задачи, чтобы оно как бы не давило собой Варинский дворец. Но самое интересное, что никакой же Верховной Рады не существовало, когда это здание строилось. Не было такого органа власти, строился зал заседаний Центрального исполнительного комитета. Все. А Верховная Рада, она стала в процессе строительства, когда такой верховный, когда такой орган, Верховная Рада, был создан. Появился, да. Да, он был создан в результате при принятии Конституции. Семен, скажи, пожалуйста, мы с тобой уже затронули тему декоммунизации, да? Вот скажи, за последние несколько лет в Киеве убрали очень много памятников, да? Памятник Суворову на территории Суворовского училища, скандальное свержение памятника Ленину на Бессарабке, на месте которого сейчас синяя рука находится. Над памятником Щорсу тоже не раз успели поиздеваться, скажем так. И несколько лет назад вот директор Украинского института национальной памяти Владимир Ветрович заявлял, то, что в Украине декоммунизация фактически завершена, так как было переименовано очень много населенных пунктов, улиц, около 2500 памятников, связанных с тоталитарным режимом, было снесено. Твое отношение к этому процессу? Ну, я Ветровича не воспринимаю, потому что это человек с конкретной пропагандистской целью возглавляет этот институт. И вообще этот институт, нацпамяти институтом называть это заблуждение. Это совершенно ненаучное учреждение. У нас создается от слова институт некая иллюзия научности. Никакой науки нету. Это орган, скажем так, это его правильно было бы назвать министерством пропаганды. Потому что занимается политикой памяти. Кстати, находится Институт нацпамяти на Липской в особняке Уварова, где в 20-е годы было ГПУ. Вот, ГПУ решало, как кто должен говорить. И вот, ну, а Институт нацпамяти решает, как мы должны смотреть на наше прошлое. Ну, то есть, если опять-таки говорить о декоммунизации, да, конечно, есть процесс того, что есть там кровавые палачи, которых нужно осуждать. Это, ну, опять-таки, понимая на самом деле, что палачи палачами, а нужно понимать, что без соучастия общества массовые репрессии они невозможны. Они возможны только, когда люди активно в них принимают участие лично на всех уровнях. И это отдельная тема, от которой хотят массово избежать, что вот были они плохие, а мы ни при чем, мы белые пушистые. Понимаешь, я, допустим, смотрю чисто как историк искусств на этот процесс. И когда, допустим, я смотрю по новостям то, что вот памятник чекистам-бойцам революции, который недавно тоже был снесен, его установили в 1967 году. Я смотрю на это как на предмет искусства, а не как предмет политических дискуссий. Да, понимаешь? Проблема в том, что именно то, как декоммунизация происходит, оно делает невозможным дискуссию об этом как элементе искусства. И в этом главная проблема. То есть на самом деле, ну, я думаю, что у нас абсолютное большинство населения, оно будет согласно с тем, что да, были кровавые преступления, да, это нужно осудить, да, тех, кто к этому причастен, как бы нужно тоже осудить, и в принципе, наверное, их улицы тоже нужно убрать с топонимики, вот, но это в итоге превратилось в массовое абсолютно переименование даже абсолютно нейтральных улиц, вот недавно Выборгскую переименовали, это мне совершенно не нравится, вот, но вопрос с памятником, да, это проблема того, что мы не умеем отделять пирамиды от фараонов. У нас, когда мы говорим о пирамидах, нам сразу начинают говорить, а вот при фараонах, допустим, было рабство. И вот раз при фараонах было рабство, мы должны снести пирамиды. Вот когда я говорю о пирамидах, это звучит глупо.
А когда это переносится на нашу реальность, почему-то все считают, что это нормально. Смотри, ну если бы, допустим, эти памятники были бы грамотно демонтированы, да, и был бы создан музей, посвященный тоталитарной культуре, о котором говорят уже, ну, минимум лет 6. Его никто не собирается создавать. Вот насколько ты считаешь, была бы высока посещаемость таких музеев? Вообще, было бы ли это актуально для хранения этих произведений? Дело в том, что тут нужно не забывать, что эти памятники созданы для этого пространства. И они в этом пространстве, это элемент этого пространства. То есть мы не можем взять там 20-метровую статую и поставить в комнату. Она не будет там выглядеть. То есть понятно, что с одной стороны есть претензии, что если это деятель, которому изображен этот памятник, вот он теперь вместо героя стал плохим персонажем, то вроде как его надо убрать с одной стороны. А с другой стороны, никто не воспринимает памятник с точки зрения художественной ценности. Вот мой любимый пример – это памятник Артему. Одни говорят, вот это сепаратист, там враг, мы должны его уничтожить. Mm-hmm. Другие говорят, ну что, это же кавалерийцы, это же такой памятник, это тут кубизм в скульптуре, это же такой редкий случай. То есть сдвинуть акцент с того, кому это изображено, что через 100 лет нам будет все равно. Нам же все равно что-то, опять-таки, возвращаясь к статуям каких-то древних цивилизаций. Мы помним о том, кто, допустим, создал, а не так о том, кого он да, создал. Да, да, то есть вот эта скульптура создана вот знаменитым скульптором, да? Она все равно чья это? Что этот человек думал о проблемах равноправия, сексуальных меньшинств и гендера в своем 16 веке? Нам это не интересно. Хотя вполне возможно, что этот человек думал то, что сейчас неприемлемо для современного общества, да? Но это через 100 лет, если мы сохраним это все, мы это все этим будем гордиться, что у нас были такие скульпторы, что у нас были такие архитекторы, что у нас были такие художники. Но это наступит, если мы это сохраним сейчас, через 100 лет. Если мы это убережем от того агрессивного меньшинства, которое это хочет разрушить. Скажи, пожалуйста, все-таки почему в культуре в украинской культуре сформировалось такое отношение к публичному пространству? Как ты считаешь, это все-таки какой-то такой синдром из 90-х, вот по нелегальному расширению площади за счет застекленных балконов на дореволюционных домах, да? Заслуживает ли это внимание, да, которому, допустим, уделило издательство «Основы»? Насколько вот реально массово демонтировать такие балконы, потому что этому целая книга была издана с фотографиями? Причиной этому я бы сказал, что три. Первая причина – это вышеупомянутая амнезия. Люди не знают, что это за дом, они не знают, что он ценный, они не причастны к нему. То есть эта амнезия очень сильно связана с определенной культурной деградацией. То есть я бы еще причислил то, что вот люди не чувствуют себя сопричастными этому месту. Люди не умеют, не понимают свою ответственность за публичное пространство, потому что они привыкли, что от них ничего не зависит. Я иногда, задумываясь о том, почему все так плохо, прихожу к выводу в том, что это следы еще крепостного права. Есть. Когда люди привыкли, что от них ничего не зависит, и что вот они, как это, что человек маленький, ничего не может. На самом деле мы можем, и обычно то, что мы можем, проявляется в том, что мы делаем плохо. Вот. То есть вот балкон сделать может каждый, да, а вазу восстановить нет. Хотя на самом деле восстановить вазу не намного дороже, чем сделать полностью закрытый балкон. Но приоритеты другие. Это интерьерность. Это то, на что я обратил внимание. Однажды я был в городе Рыбинске в России. Я там увидел очень удивительную вещь. Я увидел дворец, у которого главный фасад обращен во двор. Почему? А чтобы не видели, кто попал. Чтобы видели только те, кому можно. И только те, кому пригласили, и хозяева. Вот эта интерьерность, она очень характерна обществу, в котором люди привыкли скрывать то, что у них есть. То есть внутри это будет пшенка, внутри это будет золото, а снаружи это будет балкон, обшитый вагонкой. Вот, эта интерьерность, это очень страшная вещь. Я не знаю, является это ролью крепостное право, либо какой-то вот унаследованный страх, либо переделки собственности, вот эти вечная национализация, которая, за которой в советское время те, у кого что-то было, этого лишились. Я не знаю с чем. Но наши люди не привыкли чувствовать свою ответственность за публичное пространство. Но тут этому есть одна причина, которую вот назвал Филипп Мессингер, если правильно вспомнил, как его зовут. Причина этому — приватизация.
скажи, пожалуйста, вот в этом году не будет книжного арсенала, да? И финансирование сферы культуры еще больше замедлилось. Скажи, вот есть ли возможность у наших зрителей приобрести твои книги? И расскажи, в чем уникальность книги о межвоенной застройке? И также по поводу вопроса о самиздате, реконструкции ВАЗ, вот где можно купить твои книги, или как финансово наши зрители могут помочь тебе с ВАЗами, чтобы восстановить, скажем так, первоначальный облик этого здания на Липках? Ну, вопрос в чем? Начнем с первого вопроса, связанного с отсутствием финансирования. На меня это никак не влияет. Я никогда не зависел ни от каких грантов, ни от каких фондов, ни от чего, так и не завишу. То есть эти люди, которые окажутся без финансирования, просто окажутся в равных условиях со мной. Они поймут, что это такое быть в равных условиях со мной, отсутствие финансирования. Поэтому на меня это никак не влияет. Отсутствие книжного арсенала, да, это грустно, потому что под книжный арсенал как раз была запланирована книга о правительственном центре. Вот. На самом деле, расскажу, что у меня была мысль написать книгу про архитектуру межвоенного Киева. Когда я понял, сколько об этом нужно написать, я понял, что это должен быть пятитомник. И вот первый том про школы, тут более 400 страниц. А второй том про правительственный центр. И это только первые два. А у меня написано еще два, и еще один написан наполовину. То есть эти книги еще есть в наличии для зрителей. Их настолько много, что я даже не знаю, когда они выйдут в ноль. Проблема основная в том, что это никому не интересно. Проблема в том, что я ожидал интереса со стороны школ, со стороны учащихся школ, со стороны государства. Ну, понятно, что это наивно, но с точки зрения того, что им интересна история школьного строительства, этого интереса нет. В Киеве есть 2-3 сотни человек, которым интересен город. Это тот объем, которым ограничены обычно тиражи книги Киеве. Больше людей вот в городе из 4 миллионов, грубо говоря, несколько сотен, которым это интересно. Больше нет. По поводу того, где книги. Книги мои, все тиражи моих книг принадлежат в основном мне. Ну, кроме тех, которые с автором созданы. Потому что мы это все издаем за свой счет. И все это можно купить у меня. То есть при желании зрители могут найти тебя на Фейсбуке? На Фейсбуке, писать мне личные сообщения, всем отправляю новой почтой по оплате на карточку, это уже наработанная схема. Вот, все эти книги есть, и чем больше их будет куплено, тем быстрее, если я смогу издать следующие, потому что вот убыток только по вот, нескольким книгам, он превышает 100 тысяч гривен. Вот. И этот убыток в плюс, чтобы он вошел, это лет через 10, может быть, когда это все продастся. Но он продается очень медленно, потому что, как я уже сказал, в Киеве мало людей, которым это интересно. Просто действительно очень узкий срез, тем, у кого есть потребность это знать. Скажи, в чем главная уникальность книги, которая скоро выйдет вот в свет? По межвоенному Киеву. Второй том межвоенного Киева про правительственный центр. Ну, как я уже говорил, впервые перенос столицы рассмотрен не как вот передвижение с точки А в точку Б, а как логистический процесс, то есть и политический процесс. То есть выяснено, почему передвигали столицу, что говорили на заседании в Харькове. Никто же не знал, что столицу переносят. Это Сталин решил, никого об этом не сообщал заранее. То есть Сталин сверху это спустил, и им просто на заседании объявили о том, что товарищ Сталин предлагает перенести столицу. Естественно, все должны голосовать за. Вот. Аплодисментов не было, кстати. Интересно. И это зафиксировано в стенограмме, что нет аплодисментов, когда... Тебе удалось поднять, да? Ну... Ничего секретного нет. Все говорят, засекречено в архив. Нет, просто лень взять и пойти в архив найти. Я это все нашел. Просто вот мне интересно, когда идет объявление, когда Постышев зачитывает о переносе столицы, Балецкий говорит, почему-то никто не аплодирует. Ну, об этом объявлялось же в Харькове, чисто лично. То есть люди, для них это было удивление, не знали, как на это реагировать. Что Харьков ждал, Харьков жил тем, что он и дальше будет столицей. Там проектировались крупные общественные сооружения, и жилье проектировалось с учетом того, что правительство будет там оставаться. Это был сюрприз для всех. Вот, поэтому это очень интересно расписано. Дальше генеральный план как разрабатывали. Сколько гениальных идей было продумано, какие проспекты, бульвары, то есть... Где-то Киев там был, становился похожим на Париж, где-то на Барселону. Там интересные моменты были связаны с этим. То есть очень интересно, как развить город. Во многом генеральный план 1935 года, он очень серьезно повлиял и на развитие города. И многие улицы и проспекты спустя десятилетия строились в соответствии с тем, что было придумано тогда. То есть это очень серьезная тема, которая опять-таки до этого не имела достаточного такого освещения. При том, что в книге есть и эскизы, и планировки районов, и вообще. Это очень интересно. Ну, половина книги посвящена правительственному центру,
где есть, ну, практически все сохранившиеся эскизы, но опять-таки не в полном объеме. В полном объеме это разве что, когда будем, если будем сдавать каталог Софии Киевской, потому что там есть все поэтажные планы. Ну, я их все не использовал. Я использовал вот именно то, чтобы показать визуализацию. То есть, опять-таки, это больше, чем до этого было в предыдущих книгах на эту тему. То есть, несмотря на то, что Ерофалов достаточно много показано, здесь показано больше. Плюс, опять-таки, исправлены некоторые ошибки в датировках, в авторах. Я старался найти всех соавторов. То есть там есть работа, а внизу список автографов. Это отдельный ребус — найти автора автографа. Я же, ну, там фамилия часто не написана, какие-то каракули порой. Почерк у всех был разный. То есть некоторые, мне скоро пора создавать базу автографов уже, чтобы понять, кто есть. Не всех удалось найти. Идентифицировать каждого. Да, не всех удалось найти, но, наверное, процентов 80 или 90 всех участников по всем эскизам, а я же все эти эскизы держал в руках, удалось найти. Ну и отдельно это раздел про правительственное здание на Липках, про Верховную Раду, про Кабмин, про администрацию президента. Опять-таки с фотографиями изнутри. То есть там администрацию президента, Верховную Раду я ходил на экскурсии, я все отснял заранее. В Кабмин мне не получилось попасть, но я попросил человека, который там работает, чтобы он мне сфотографировал. Я дал ему, точнее, это знакомый знакомого, я дал фотографии из журнала в 1938 году. Говорю, вот эти места мне нужно найти, сфотографировать, как они выглядят. Чтобы ты скомпоновал до и после. Да, и это есть. Замечательно. Я уже с нетерпением жду эту книгу. Надеюсь, что наши зрители тоже еще больше начнут интересоваться застройкой межвоенного Киева. Я благодарю тебя от всей души за интервью. Безумно рада, что ты смог найти время приехать к нам для записи. И надеюсь, что у нас еще ни одно интересное интервью будет. Да, абсолютно.